doing. Okay, well, listen, best of luck. Thank you very much. Q. Q. Every day, it's so wonderful, and suddenly, it's hard to breathe. I am beautiful, in every single way, this world can bring me down, hello, so don't you bring me down. That is classic Britain's Got Talent. Oh my goodness! Oh God! Luca, I'm not sure what just happened. When you did the splits, did you hurt the urethra? No, because you came down with quite a crash, and I was worried. I'm not. Luca, I can't believe it. Talk about the worst audition, and then pow! You were just like woohoo, dutty whining and everything. I know. I mean, can I just take my buzzer off? Yeah, let's remove mine too. Mine's staying up. Well, we're gonna vote. David? Well, obviously, yes. It's a yes for me. Absolute, definite no for me. What? Amanda. But it's a yes for me, Luca. Oh, that was hilarious. That was brilliant. That was great. But definitely the singing will stay as part of the act. Yeah, sure. Great. Right. Now that's entertainment. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss auch für den Malte drücken, oder? Oh.
Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? Гагарину, Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету же, ні? Ету же? Ету же, ету же. Ету же тільки акапелло. Продовжайте пісню. Аїда готова заспівати, от тільки що зараз почують наші судді. Разгони ты тоску во мне неспокойно, у меня в душе. Попроси у облаков подарить нам белый снов. Мир таинственных огней. Аида, на самом деле комплименты говорить труднее, чем критиковать. Ну, потому что когда все хорошо, и так все ясно. Чего разглагольствовать? Чего упиваться словоблудием своим? Не понимаю. Замечательно все было. Просто. Спасибо. Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму, что на вашем голосе есть эффект, но... У вас такой волшебный тембр, и вы настолько умело пользуетесь голосом, что это звучит как диск, как аудиозапись, как готовая аудиозапись коммерческая. Понимаете, в чем дело? При слове «коммерческая» вздрагивает Кондратьев всегда. И поэтому следующий комментарий от него. Спасибо. У вашего голоса есть чарівний эффект викликати симпатию. И я не є виключенням, я кажу вам так. Спасибо. Невероятно здорово. И глаза, и внешний вид. Глубина невероятная. Я говорю вам да. Спасибо.
А еще вы очень красивая. А я не знаю, как вы этого не сказали, красивая девушка. Мы боимся это сказать. А я не боюсь. Я об этом сказал сразу. Я ничего не услышала. Вначале. Короче, Аида, у вас 4, да. Спасибо большое.